Привет, подписчики! Сегодня небольшая шабашка, сегодня варим отопление, а вернее перевариваем, короче, кран чуть-чуть смещаем в сторону сбросной кран смещаем чуть-чуть в сторону. Ну, так, в принципе, по сварке ничего такого, ну, сейчас посмотрим, да? Сегодня понедельник, а я дома, видите, короче, потому что вчера с 8 утра до часу ночи работал в траншее, и мне сегодня дали отгул, короче. Я сегодня поехал на шабашку. Вот, смотрите, что я делал до часу ночи. А теперь поехали на шабашку. Смотрим, что я с собой взял. Поэтому болгарочка, один диск начатый, шлифовочный, два отрезных начатых. Секачок, электроды ОНО 21, 3 мм. Ключик для болгарочки, аппаратик Ресанта Саиз 190 Телюкс, обязательно аппаратик. И масочка. Ну вот, смотрите, вот здесь надо будет этот кран срезать, а сюда вварить, короче, новый сбросной кран. В принципе, ничего сложного, просто я взял плохие электроды, короче. Получилось вот такие швы, как бы, ну, не очень красиво, но зато герметично. Электроды были отсыревшие, а там вот водичка еще не вся сбежала, я ее сейчас быстренько стравил и заварил, заглушил полностью там, где стоял старый кран. Все держит, все работает. Но теперь суть не в этом. Смотрите, что я вам сейчас покажу. То есть таких стыков я еще не видел. Вот так бывает. Смотрите, я не знаю, кто это варил, короче, но у людей вот так вот заварено. Я офигел. Я думаю, мои стыки вообще красавчики по сравнению с этими. Так что всегда, кстати, на шабашку берите хорошие электроды. Не жалейте денег. Красивее швы будут. Еще раз смотрим. Смотрите, ну вот люди заварили же. Держит, короче, и нормально все стоит, работает. Не знаю как. Ну, это, конечно, что-то с чем-то. Смотрите. Заварено, все стоит. Это насос поставили на отопление. Вот такие швы. Красивые. Так что, а вы боитесь идти шабашить? Не надо ничего бояться. Он как заварено и все держит, все классно, все четко. А это я нашел грибочки такие на работе, с дерева растут. Наверное, яичники называются, похожи на них. Видите, какие красивые грибочки у нас на Кубани бывают. За шабашку я, кстати, взял 1500 рублей. Ну, за то, что кран варить один, другой срезать и заглушить. 1500 взял. Брал всегда 2000, но мне просто по пути было ехать, и я поэтому 1500. Так что, друзья, вот так бывает. Я думал, у меня там некрасиво получилось, а получилось, оказывается, еще хуже бывает. Ну, почему некрасиво? Вот я взял плохие электроды варить, понимаете? Не подготовил стык, внизу труба была ржавая. Надо все зачистить аккуратненько. Подготовить место, вот свое сварочное место, чтобы все ничего нигде не мешало. И тогда будут стыки классные и все остальное. И еще одно, не жалейте денег на хорошие электроды. Если вы занимаетесь сварочными работами, никогда не жалейте денег на электроды. Не покупайте дешевые для таких работ каких-то серьезных. Потому что самому приятнее будет варить ними, короче. Если я вот сегодня взял отсыревшие, старые какие-то, нашел там последние в упаковке там. Ну и шов получился так себе, короче. Помучился немножко. А взял бы другие, там ОК-46, например, было все совсем по-другому.
Ну все, пока, ставим лайки, подписываемся на канал, учимся варить. Стыки вы видели, какие бывают. И все держит, что самое интересное, все держит. Этот, я спросил, сколько лет он стоит здесь. Он говорит, уже года 3 стоит. Хозяйка сказала, уже года 3 стоит этот насос, но все работает, все держит, все классно. Так что...